Да. Мы рабочие фирмы МТР обращаемся к президенту Касым Джомарт Токаеву. По поводу невыплаты заработной платы. Фирма МТФ занимается в Шуйском районе Джамбульской области лобковой и канальной системы орошения. За текущий год с июня месяца по декабрь месяц у многих тружеников невыплата задолженности по заработной плате. И аренды. И аренды. Так, вопрос. Как фирма НТФ, да, называется? Да. НТФ. Сколько НТФ. Они вам не платили заработную плату? Мне за 6 месяцев. Я механик этой фирмы. А вам сколько не платили? У меня тоже 6 месяцев. У меня арендовали экскаватор. И аренду не платят. 6 месяцев. Угу. Зарплата. Так, сіздерге, ага, қанша төлемеді сіздерге? Сізде қалуын канал и подхоз жұмысшылары. Вообще, бұл Шу ауданы, Шу ауданы. Осы 280 мыңнан ғой әрқайсына. На, әр кісінің айлықтары, да? Ешкімге айлық төлеген жоқ. Төлеген жоқ, 2 ай. 2 ай, сіздерге, кейбірлерге 6 ай деп естідім мында жаңа. 6 ай төлемегендері бар, да? Кому по 6 месяцев не платили зарплату? Вот 4 месяца. Я 7 месяцев зарплаты не могу получить. Вы чем занимались там? Я водитель водовоза, поливал там везде. Ага. Как везде. 4 месяца не давали. А вначале они заработную плату давали всем? Ну я в мае месяца 20 дней получил, а остальные вот 4 месяца должны. Уже начали тянуть, да, получается? Да, да, да. Так, потом, этот канал до сих пор строится сейчас у нас? Вот в городе Чу, где вот вы работали каждый день? Да, 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 они работают, супчик принимают. Им потихоньку дают деньги, так. А нам, кто раньше работал, им нет. Пока вот 6 месяцев мы денег не видели, ни копейки. Все понятно. Вы сейчас возле акимата находитесь, хотите, чтобы вас принял аким, да, как мы поняли? Да, да, да. Так, аким принимает вас или нет? Ответа еще нету. Ответа нету, ждем, да, все? Ждем. Ага, сізде қандай сұрақ? Сіз кім бұл? Мен охранник болып істедім, үш ай болды айлық алмағаныма. Ага. Бұл фирмадан әлі тиын алған жоқ. Ага, тиын алған жоқсыз, е? Так, ребята, вы кем работали там? Монтажники. А? Монтажники. Монтажники, разнорабочие монтажники, да? Да, рабочие. Так, по какому поводу? Тоже заработную плату не давали? Задержка зарплаты, да? Сколько месяцев они вам задержали зарплату? Ну, 3 месяца. Самос, по? Салема, ничего? Салема, сырма. Ага.